Експерт, що не зупиниться ні перед чим, аби вас розсмішити, Кузьма Скрябін. Той, чия логіка зламає будь-який детектор брехні, Вадим Галигін. Найвдумливіший і найпоміркованіший експерт Єгор Крутоголов. Жінка, один погляд якої змусить розколотися найзатятішого брехуна Евеліна Бльоданц. І наш незмінний ведучий Антон Лірник. Добрый вечер, дорогие друзья, вы смотрите рождественский выпуск. Итак, сейчас нашу уютную, домашнюю, рождественскую обстановку нарушит эта шумная компания участников следующего тура. И вот они в нашей студии. Один. Назвіть себе. Здравствуйте. Я Сергій Путятов. Граю на гітарі 30 нот в секунду. Номер 2. Назвіть себе. Здравствуйте. Меня зовут Сергій Путятов. Я играю на гітарі 30 нот в секунду. Номер 3. Назвіть себе. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Путятов, я играю на гитаре 30 нот в секунду. Мене звуть Сергій Путятов, і я граю на гітарі 30 нот за секунду. Для порівняння, скорострільність автомату Калашникова – 10 пострілів у секунду, а рекорд російського віртуоза Віктора Зінчука – 21 нота за той самий проміжок часу. До того, як взятися за гітару, я перепробував багато професій, але ніде себе не знайшов. Зараз я даю приватні уроки, граю на вечірках, виступаю у Центральному міському парку та мрію про сольні концерти по всьому світу. Я лауреат Книги рекордів України. Але на цьому зупинятися не збираюсь. Хочу досягнути результату у 36 нот за секунду. От перед вами той самий знаменитий гітарист-пулеметчик Сергій Путятов. Рекорд, наверное, состоит в том, чтобы в одну секунду успеть сделать так... А, туда и обратно. Туда и обратно. Ровно 30 метров. Не, мне кажется, что это... За секунду! Секрет в том, что у него под курткой еще две руки. Вот и все. В конце он нам это покажет. Но пока мы не имеем права, простите, извлекать звуки из гитары. Хорошо? Да. Друзья, у вас есть 4 минуты. За это время Сергей сыграл бы 7200 нот. А у вас есть возможность поспрашивать у него любую информацию. Начнем с Эвелины. Номер один. А вы заметили, что гитару поставили другой стороной? Ой, я не знаю. Притворяйтесь. Понятно. Номер два. Какие-то профессии вы до этого испробовали? Ой, кем я только не был. И продавцом, и... А сколько вам лет? Мне 22 года. 22 года я был продавцом. Номер три. А вам сколько лет? И что делали до того, как... Я работал строителем. Мне 36 лет. Номер один. Какую разминку вы делаете, вот, чтобы достичь такого совершенства? Вариантов очень много. Ну, элементарно тренировка, репетиция по 5-6 часов. Спасибо большое. Прошу. Я? Вадим Галыгин. Номер два. Назовите три самых известных фирмы, которые делают гитары. Fender, Gibson, Ibanez. Отлично. Номер третий. Скажите, пожалуйста, сколько нот с диезами и с бемолями? С диезами и с бемолями? 24. Это как мне напоминает, что нет. В военное время значение косинуса может достигать 4. 4. Нет. Есть. Номер один. Вы не узнаете своего массажиста? Массажиста? Еще скажите, что означает имя Сергей? Ну, это что-то благородное. Ну, конечно. Мне так кажется. Сережа! То есть, ну, иди сюда, пора благородные дела делать. Есть. Кузьма? Номер два, Сережа. Скажи, пожалуйста, нафига ты играешь 30 нот в секунду? На самом деле, я просто очень хотел удивить свою девушку. Скажи, будь ласка, Сережа, номер три, підніми гітару отак, щоб ми її побачили. Якої марки в тебе гітара в руках? Gibson Les Paul Studio. Якого року? 95-го. Мастеровий? Поет пісні. Ні, це Gibson. Ти пісні співаєш? Буває. Хто такий Девід Гілмор, Сережа номер один? Гітарист. Ага, гітарист. Правильно. Да, Сережа номер три, скажи, будь ласка, скільки років Іво Бобл грав в групі «Здуб ще здуб»?
Ива Бобл не играл в группе «Ждоб Сюждоб». Он там пел, правильно? И не пел. Я, в принципе, все. А, все, да. Коронный образ про Ива Бобла остался. Егор. Номер один. Скажите, знакомы с гитаристом группы Queen Брайан Мэй? Ну, вообще, да. Вы не знаете, какая у него гитара? Гитара у него вообще классная. Я понял. Fender, наверное. Номер два. В какой группе играл Ричи Блэкмор? Deep Purple. Yes, yes. И еще Блэкмор знает. Вот вы используете все струны, когда вы играете эти 500 тысяч нот в секунду? Да, все шесть струн. Номер три. Кроме того, что вы быстро играете на гитаре, вы все в жизни делаете быстро? Нет, я берегу свои силы для игры на гитаре быстро, поэтому все остальное делаю медленно. У него месяц подзарядка в конце. За одну секунду всю энергию отдал. Потом мозоли заживают две недели. Не, представляешь, приехали рекордсмены книги рекордов Гиннесса. На старт, внимание, он там. Подождите, давайте еще раз. Он все, я не могу месяц. Спасибо большое. Да все понятно уже. Ну, поехали. Давайте определяться, кто из них настоящий гитарист-многостаночник. Говори свой ответ. Вот я считаю, что это номер один все-таки. Так. У него почему-то три струны. Наверняка это нужно для вот этой техники, которую он использует. Это Джастин Бибер. Да. Тоже подкованный, нормально. А вот этот смесь Ленина и Дзержинского, вот это что? С ним как? Вот мне показалось, что у номера один речь, вот он быстро ее выдает. Ну вот, думаю, что он. Понятно, номер один, понятно. Я почну с Ленина, с Дзержинским. Так. Руки пахнут бетоном, знаешь, все-таки видно, что дядька закаленный, тем более я тебя не раз бачив на Оболоні, там продавал сим-карты, по-моему, біля метро. Тому, знаєш, просто ну, бетон, сім-карти, то есть нема часу, ще, блін, пірстингами треба все попротикати, нема просто часу. Перший номер я теж впізнав, то Вова Кузьмін, він грає не одну ноту 30 разів в секунду, він грає три акорда за всю життя. Те, що то не він. Джастін Бібер, номер два. Евеліна. Номер первый, конечно, гитару зачем-то взял с другой стороны. Обманывал, да, притворялся. Поэтому, возможно, он и есть наш герой. Про стройку тоже, ну, мало ли, может быть, он работал в перчатках номер три. Может быть, он берег свои руки, разминал их по вечерам. Но я, конечно, сразу вот запала на светлого вот этого мальчика. Мне кажется, что вот это именно тот самый Сергей. Вот 22 такой... руки, то как раз той вик, такие крылячие, так красные. Что он такой быстрый, он такой энтузиаст своего дела. Прям, нет, не знаю, я уверена, что ты, короче. Он чихнул, я ничего не могу сделать. Он чихнул. А, блин. Хорошо, Вадик, видишь, даже не зная, что ты там заранее. Я повесил интригу. Давай, завесим интригу, давай. Вот, понимаете, понятно, что это вот классический вид вот ну, такого рокера, гитариста, да, и сложно сказать, что это какой-то рыбак или серфингист, да? Но было бы, если бы я поставил вот и за него проголосовал циферку 1, то было бы не так интересно. А номер второй, он все время сидит и такой специально заманивает, бегает пальцами, типа вот как я умею, вот как я умею. Но это поймите, это же не просто исполнители каких-то песен, это какой-то вот просто вот достичь какого-то рекорда. Фанат. И я думаю, что что-то быстро вот сделать, не знаю, спереть что-то за 30 секунд, это возможно только на стройке. Так, для интриги. Да. Теперь, внимание, правильный ответ. Я попрошу подняться того самого настоящего гитариста, манипулятора. Просто поднимитесь, а мы поаплодируем все вместе этому виртуозу. А теперь двое других сядьте. Вот почему он обманывал. Такой простой обман был. Участник номер два, который обманул и Кузьму, и Евелину. Как вас зовут? И играете ли вы на гитаре? Меня зовут Артем Фурманов, да, я играю на гитаре, на пианино, на барабанах. То есть, и я пишу музыку, то есть я тоже музыкант, в принципе. Участник по номерам три, как вас зовут? Меня зовут Юрий Галинин, я контрабасист, я играю на контрабасе 30 нот в секунду. Я участник группы «Хобот и компания». И, наконец, герой нашего тура, настоящий Сергей Путятин. А как это технически происходит, я не понимаю. Покажите, продемонстрируйте, давайте, я подержу микрофон. А, так это еще не ваша гитара. Вообще путали нас, ну? Сразу так.
думали, это все вранье? Слепцы! Слепцы? Вот настоящий человек, который может делать 30 нот в секунду. Давайте, Сергей, давайте. Жмите. Смотри. Типа. Скажите, ну, на самом деле вас же невозможно проверить вот сейчас. Я понял, помните, был такой седой дядька, I'm Scatman. Он напишет слова, у вас музыка уже есть. То есть. Давайте вы нам как-то сыграете без фонограммы, так просто, чтобы мы услышали подряд. Но... Тридцать нот за одну секунду. Браво! А вот и сертификат. А теперь важный момент. Нам нужно выбрать одного парня, который пойдет с нами в суперигру. И это будет кто?